Как сделать из изучения английского языка привычку? Как впустить английский во все аспекты нашей жизни? Как получить результаты, двигаться дальше, а не начинать снова и снова? Меня зовут Жанна Петросян. Я преподаватель английского языка государственного вуза и руководитель проекта Lingua Fitness. Я преподаю английский уже 21 год и обучила более 3000 студентов. Я точно знаю, как изучать английский интересно, увлекательно и, самое главное, эффективно. Ведь именно результат окрыляет и делает дальнейший путь увлекательным и легким. Я приглашаю всех на мой вебинар «Как организовать погружение в английский, не выходя из дома». Вы узнаете пошаговый алгоритм организации погружения в английский в течение месяца. Вы научитесь смотреть фильмы и сериалы на английском языке, то есть работать с аутентичным видео. Вы поймете, что делать со сложными грамматическими конструкциями, которые вы встречаете во время просмотра фильмов и сериалов, и как быть с огромным потоком новой лексики, которая буквально обрушивается на вас во время работы с аутентичным видео. Вы также узнаете, как помирить грамматику и лексику и вывести их в речь. Все участники вебинара получат подарок. Это интерактивная карта ресурсов для создания потока, то есть для организации погружения в английский. Жду вас на своем вебинаре и до встречи!